Европа виновата перед Украиной. Это признают уже и ведущие политики. Так премьер Венгрии заявил, что Европа испытывает угрызение совести по поводу ситуации в Незалежной. Украина – это одна из самых тяжелых политических проблем и проблем совести Европы. Страна потеряла значительную часть территории и населения, но не в войне, а за счет иммиграции на Запад. Нет ни следа стабильности. Орбан добавил, что качество жизни на Украине упало, у страны экономические проблемы, а руководители Европы дали обещания и не выполнили их. После переворота ВВП Украины падает чуть ли не самыми быстрыми темпами в мире. В 2015 году он только по официальным данным рухнул на 10%. При этом западные кредиторы заставляют правительство сокращать официальные социальные выплаты, повышать цены на услуги для населения. Так, только в этом году цена на природный газ для населения выросла почти в 2 раза, при этом Евросоюз так и не ввел обещанный еще в прошлом году режим безвизовых поездок для украинцев.